От чего мы толстеем? От белков, жиров или углеводов? Давайте сразу скажу так, на практике от белка растолстеть невозможно, а вот про углеводы с жирами поговорим более детально. Сейчас популярно хейтить углеводы, что, мол, углеводы – это главный виновник ожирения, через инсулин все это идет в жир. В одном большом обзоре исследований, где было рассмотрено 32 исследования, было обнаружено, что люди, которые ели больше углеводов, похудели больше тех, кто ел больше жиров. То есть это полностью ломает вот эту вот теорию, что из-за пищи, которая вызывает большие выбросы инсулина, мы больше толстеем. 32 исследования показало, что это не так. В еще одном обширном исследовании участвовало 609 человек. Их сажали на различные диеты. Одна группа сидела на низкоуглеводке, другая на низкожировой диете. То есть одна ела много углеводов и мало жира, а другая ела мало углеводов, но много жира. Что в итоге? В итоге обнаружено, что обе группы статистически абсолютно одинаково похудели. И было обнаружено, что на похудение не влияла ни генетика, ни выбросы инсулина. И еще небольшая ремарка для тех, кто считает, что инсулин – главный жирнокапливающий гормон. Я напомню, что есть стимулирующий ацилирование белок, который прекрасно откладывает жир из пищи вам в жир, даже в отсутствие углеводов, если вы переедаете. Иными словами, все опять упирается в калорийность питания.